сообщает агентство «Интерфакс», премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении ответственности участников туристического рынка и повышении уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы России. Отмечается, что изменения направлены на совершенствование законодательства в части правового регулирования, прежде всего, выездного туризма, в том числе на повышение защиты интересов потребителей туристических услуг и качества предоставляемых услуг, на создание прозрачного и контролируемого туристического рынка, на усиление ответственности туроператоров. Вместе с тем, ранее с критикой законопроекта выступила Ассоциация туроператоров России. Участники рынка заявили, в частности, о том, что отдельные нормы проекта закона неисполнимы. Мы решили узнать мнение директора одной из рязанских турфирм о планируемых изменениях законодательства. И оказывается на практике, что и у туроператора А с миллионным оборотом фингарантии на 30 миллионов, и туроператора Б, у которого 100 клиентов за год, VIP, тоже 30 миллионов фингарантий. Здесь существует некое неравноправие. Вот. Поэтому мы с вами не сидим в Госдуме, мы не принимаем законы, не придумываем все эти новшества. Но есть реальные люди в Ассоциации туроператоров России, которые видят эту проблему, знают эту проблему и могут подсказать. Отметим, что многие участники рынка не согласны с предлагаемыми изменениями. В частности, в Альянсе туристических агентств считают, что данные поправки – модификации прежних, доказавших свою неэффективность инструментов. И если закон будет принят в таком виде, то он фактически погубит турбизнес, никак при этом не защитив потребителя туруслуг.